Заседание Высшего административного суда, которое рассматривает дело об отмене результата выборов в Одессе, перенесли на пятницу 6 сентября. Напомню, бывший нардеп, экс-соратник Ющенко Юрий Кармазин через суд пытается отобрать депутатский мандат у депутата Верховной Рады Игоря Маркова. О чем сейчас идет речь? О том, что якобы следственными органами выявлены бюллетени, в которых стерты значки за каких-то там кандидатов и поставлены значки за Маркова. Мы категорически настаиваем на том, что если такие факты и действительно имеют место, и действительно есть такие бюллетени, то вот эти повторные отметки в этих бюллетенях, последующим их стиранием, появились не в процессе выборов, не 28 или 29, не 28 октября в день голосования, и не 29 октября, когда подводились итоги голосования, а в ходе осмотра этих материалов следственными органами. Это никто, кроме следственной группы, не мог делать дополнительные отметки в бюллетенях и потом их стирать. Александр Казарновский, который представляет интересы Игоря Маркова в суде, отметил, что соответствующее обращение по поводу фальсификации материалов дела уже подано в прокуратуру. Сегодня в промежутке с 14 до 15 часов подано заявление в Генеральную прокуратуру Украины. Мы хотим сказать, что органы внутренних дел фальсифицируют материалы уголовного дела, как они это делают очень часто по огромному количеству дел. Естественно, мы считаем это давлением на народного депутата Маркова, в том числе и в связи с его позицией по голосованию по ряду законопроекта в Верховном Совете.